Потининский дом культуры – сердце села. Сегодня место веселых празднований превратилось в то место, где сельчане могут выразить свое мнение о дальнейшей судьбе страны. Голосование по внесению поправок в Конституцию России избирательный участок номер 172 встретил во всеоружии. Для избирателей у нас имеются маски, перчатки выдаются, средства для обработки рук, дезинфекция производится. При входе находится коврик дезинфицирующий, который ежедневно меняется. Обработка помещения через каждый час. По состоянию на утро 1 июля свой выбор сделали около 30% от списка избирателей, зарегистрированных на данном участке. Люди приходят поодиночке или семейными парами, никакого потенциально опасного столпотворения нет. На 172-м участке предусмотрен отдельный вход и выход, чтобы голосующие не пересекались. Безопасность на высшем уровне, конечно, разговоров нет. Для меня это вообще нонсенс. Я никогда перчатки не надевал здесь, я вынужден перчатки надевать, это нормально. По поводу масок тоже. Я гражданин России, но это все за себя говорит. Гражданин России я должен быть. Россияне участвуют в жизни России. Я считаю, что голос каждый решает. Это не как из каждого голоса собираются миллионы, поэтому каждый голос решает. Я считаю, что надо прийти, проголосовать за или против. У каждого свое мнение, правильно? У каждого свое. У каждого, что здесь лежит, тот и может поставить галочку. Я считаю, что каждый голос решает. Каждый голос. А мотивация – это чтобы мы дальше жили хорошо. И я надеюсь на это, что будем жить хорошо. Аскар Артамонов, Станислав Кучинаев, РТС.